Ну, в основном, да. Ну, погнали. Хорошо, построили мост. Сейчас будем смотреть на мост и играть, наверное, уже за некроса все-таки. Некроманта с дополнительной ячейкой не хочу. Берем склеп. А, подождите, а где мост-то? А, он пассивно работает. Позволяет прокладывать реку по дорогой в экспедиции. Строится только в горизонтальных и вертикальных клетках реки. Угу, понял. Так, вампир. О, скелет. Что нам надо? Что нам надо? Поле битвы. Надо. А, особняк вампиров. Надо. Кровавая роща. Надо. Скалы, руины. Надо. Кладбище. Надо. Деревни. Надо. Стало. Нет, она его ненавидит. Механику. You have to be as one. 27 месяц. Спасибо за ресап. Здорово. Здорово, здорово. Маяк не надо, точно. Тяны. Скалы оставим для того, чтобы подфармить. Да? Луга. Без скал с кладбищами не хочешь. В чем здесь? Без скал с кладбищами. Че? Какая разница? Хотел бы, выкинул бы скалы. А так нет, я хочу камни фармить. Так и не тестил, можно ли пшеничные поля над деревней этих дураков ставить. Пустыня. Нет. Могу пустыню удваивать. Не, ну для этого кикве. Да и все, в принципе. Так, по снабжению, что у нас тут? Ну, тут нам ничего вроде и не надо. Мы ничего не забрали с собой. Давайте, давненько за некроманта играли. Поля ставятся на деревню дураков. Вот только смысл в этом непонятно. Тут ничего взять нельзя. Не, некроманты просто не удваиваются, они кое-что другое делают. Неужели они превращаются в оазисы? Так, река. Идеальное место для реки здесь. Хотя идеальное ли? Может быть, вот здесь также попробовать, как я планировал изначально. Кстати, к полям битвы можно подвести. Типа вот... давайте сейчас я посчитаю клетки. Вот так. Через одну и потом сюда. Ага, супер. Поехали вот отсюда. Поле битвы-то по-любому тут будет. Типа можно через клетки дороги строить. Ну зачем? Я честно говоря, не очень знаю, зачем я строил мост. Вау, одни реки. Класс. В игре есть, кстати, ачивка с первого забега убить первого босса. Ну, это возможно, если знать, во что собираться. Почему нет? Так, потом река уйдет сюда, значит, гору лучше строить либо тут. Ну, тут, наверное. Тут что-то. Глаза устали немножко. Блин, лесный. Бесполезный. Первый луп какой-то не очень получился. Все, что я нашел, это скелетов и один особняк. Тарам-тарам-тарам. Если что, здесь деревню попробую поставить. Ну, если появится. Ко-ко-ко. Три здоровья за каждого врага с душой. Жидкая искусственная жизнь. А, у него нет души. А-а-а, с душой, да. Ну, отменяет бонус брони. Брони-то все равно здесь нет, так что какая разница.
с душой, то есть здесь надо на самом деле добавлять лесные чащи, а не скелетов, как минимум. Оп, а вот и деревня. Блин, жалко двух слаймов, конечно. Может быть, придет еще вампирская, и я поставлю здесь. Я хочу двух слаймов уничтожать. Это карты. Чего они так заспавнились неприятно? Два кольца. У скелетов есть душа. Ну хорошо, а у кого-то нету. Из того, кого я призывать буду. Фига тут слаймов наспавнилось. Прежними разбрасывают ресурсы и не строят имбу, улучшенную академию. Хотел бы вашего совета о том, что строить, а что не строить, обязательно спросил бы. Даргейми, спасибо за редецкий, здрасте. Тоже в лупхира засел, как любитель рогаликов. Опа, макс скелетики на амулете. Нойс. Все сильно. Я уже прошел разочек, теперь так чисто больше фанюсь, что-то придумывать пытаюсь. Не факт, что получается. Ладно, поехали в деревню. Минус слаймы. Жалко, конечно, но что поделаешь. Кольца. Макс скелетов, уровень призыва, качество призыва. Это кольцо я не заменю не скоро, да? Этот амулет бесполезен. Ой, лес надо ставить. Если бы вижу, что классная игра, но технически не могу ее приобрести, может, ты знаком с разрабом, ключи не раздает, то мне даже подарок не могут отправить. Странно как. Разрабы русские, их можно, им можно написать, найти, например, в ВКшке. Я думаю, что они в ВК есть. Так что ты можешь попробовать. Ко мне заходил разработчик, и у меня есть контакт издателя. Так что, ну, в теории вполне, да, можно попробовать. Так, да куда я буду доходить? До сюда, потом вниз обратно, да? Я, ну, могу попробовать поискать, типа. Опять же, издателя могу дать. Либо телегу. Либо почту. Но там два разных человека будут. Один зарубежный, один русский. Кого тебе удобней? Да, к нам на стримчик разраб тоже забегал. Типа, я тебе в этой... В личку Твича могу отписаться просто. Прям сейчас. Если у тебя телега есть. Ща. Так, это мне не надо. Ща, минуточку. Дискорда нету. Я без телеги. Тогда могу только почту. Ну, я не знаю. Я общаюсь либо в телеге, либо на почте с... Но тут зарубежный. На английском сможешь написать, запросить ключик? Ты как с английским? Знаешь? Так, еще один макс-скелет. Ну, да. Блин, очень хочется на самом деле третьего уровня амулет поставить. Все равно нужен будет, да? Если у тебя еще есть ВКшка, ты можешь попробовать зайти в официальную группу этих.
Ты можешь зайти в официальную группу деволверов и найти, попробовать там контакт. Потому что чисто обычно такие вещи, ну, через издателя. По тексту меня поймут. Ну, сейчас тогда, подожди минуточку. Найду Клару. Угу. А, ну, тоже из деволверов. Лол. Я не знал, кстати. А, ну раньше у нее другая почта была. Короче, вот. Зарубежный коллега. Скажи, что так-то, так-то. Чуть-чуть опоздал на релиз. Опоздал на релиз, а игру приобрести... Ну, я не знаю, что у тебя там такое, почему ты приобрести не можешь. Ну и все, скажи, что... Если что, можешь сказать, что я контактик дал. Вот. Вы стримеры пошли? Да, 440 рублей жалеют. Если я правильно понял, он не может купить, и ему не могут подарить. Так что не гони. Блин, урона на самом деле многовато получаю. Забвение. Да, 66 скорости атаки. Неплохо. Ну, 4 уровень, неплохо. Игра из Гога, кстати. Можешь попробовать Гог купить. Да. Гог, эта штука хорошая. Так, первое поле битвы, которое мы поставим вот здесь. И до сюда дойдем как раз при помощи реки. Посмотрим, что там будет. Деревня. Где же еще я буду ставить деревню? Левелап, кстати, который я не заметил. Присоединим к максимуму скелетов. Уровень скелетов за круг, начиная с круга, на котором получено умение. Имба. Походу мы прошли игру. Еще раз. Где еще хочу вампиров поставить? Допустим, вот здесь вот. Горы больше не... А знаете что, гоблинов тоже поставлю. Слишком уж сильный этот. Некромант. Пускай тащит. Да, без проблем вообще. Даже VGS продается. Хотел бы, купил. Гениальные мысли приходят не сразу. Вообще халявки вкусно. Плюс один все равно на четвертом уровне. Мнение. Окей. Фигня. Так, что мы делаем? Мы ставим чаще еще одну. Мы ставим еще руины. Это не еще руины, это первые руины. Я планировал здесь поставить вампиров, здесь уже не получится. Придется здесь ставить, да? Здесь вот тогда можно руины. И... Я не знаю, куда пойдут эти гоблины. Но должны не в руины, надеюсь, идти. Почему арсенал до... для некого не берешь? Да я вообще что-то охладел к арсеналу. Не знаю. Его с рекой неудобно застраивать. А, подожди. Арсенал — это щит. Тьфу ты, блин. Я подумал, ты про сокровищницу. Ого, тут уровень скелетов. Ого, на четвертой книжке. Защита уровень плюс 1.08. Не, ну это тоже стоит того. Я с таким уровнем скелетов... могу уже на босса идти. И, наверное, это правильный мув будет. Короче, щит не нужен, честно. Реген, секунду, скорость атаки. А поехали. И давайте реку все-таки. Посмотрим. Хочу ли я гоблинов? Так, мы очистили поле битвы, но оно как-то не то чтобы очистилось, оно размылось. Обломки корабля, торговые корабли, частые жертвы экспансии рыболюдов. Каждый круг создает сирену, каждый круг создает сундук, никаких мимиков. А, в этот раз теперь без мимиков. Враги на смежных клетках все еще могут стать призраками. Каждый круг еще сирену, ничего себе, интересненько. Интересненько. Ну что, застраиваемся дальше? Ну, гора пускай будет. А, кстати, гоблины-то в разные стороны идут. Забавно. Привет, что надо изучить, чтобы открылось амулет и кольцо дополнительно?
А конкретно вот это, чтобы получить. Надо играть за некроманта. Все очень просто. Скорость атаки полезная, не хочу менять на этот амулет. Качество призыва. Говно. Ну, говно. И скорость атаки уровень 0.81. Вот это может быть лучше, чем вот это, кстати. Вот это херня. Макс скелет. Блин, а как я здесь поставлю вампиров, если они не сожрут деревню? Я если речку к вампирам провести. Не знаю, вообще не ожидал, что это такое. Сожрать его! А вообще, да, вот такие треснувшие. Это... А, это не два кольца, это перчатки. Можно догадаться, что это перчатки и пояс. Я думаю, что следующим героем будет варвар. В перчатках, с поясом, в ботинках и в шлеме. Ну и с оружием, конечно. Ну, то есть, наверное, раз, два, три и четыре у него оружия, наверное, будет. Ну, мне так кажется. Лучника бы. Кстати, герой-лучник было бы, наверное, забавно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас надо затмение юзать. Вампиров куда еще? Еще сюда. Допустим. Next person будет Барбрах. Барбрах, да. Я так и не понял, чьё колчан и пояс. Ты думаешь, это колчан? Это похоже на перчатки. Хотя, может быть, и колчан в теории. Ага, вот это круче, потому что качество призыва. Level up. Полевая практика уже есть. Опытный зодчий. Имба. Поехали. 3.07. Мало. Так, застраиваемся. Буду ли я вот до сюда доходить речкой? Ну, да. Камчан. Уровень скелета плюс 0.54. А чё у меня по качеству? 45? Не буду, наверное, менять. Так, первые, кстати, кровавые рощи. Вообще первые. Вот здесь очень надо. Качество призыва защиты. Нет. Я призываю максимум 3. Ну вот там. Так, где еще его дурацкие строения стоят и мешаются нам? Здесь чью-то. Какая страта на скалы, честно говоря, никакой. Здесь ставлю только ради дополнительных сражений с гоблинами и... Скалы вообще не очень. То есть леса клевые, леса имба. Горы... Херня и скалы. Ставлю ради гоблинов, пускай ставятся. Ну, поехали. Я не думаю, что я могу это проиграть. Как это возможно? Да заткнись уже. 8-6 по мне, больно. Он не всегда героя бьет. Нет, я сейчас призвал танка, и он ударил танка. А сейчас героя фокусит зачем-то. Ты че героя фокусишь? Отстань от героя.
Как можно проиграть скелету за некроманта? Никак. Немыслимая чушь. Я не понимаю. В следующий раз попробую что-нибудь новенькое. Да я сейчас пробую что-нибудь новенькое. Так, план. Level up. Лечь костьми. Герой делит любой направленный урон со скелетами. Либо шанс превысить максимум, либо скелет, убивший противника, полностью исцеляется. Шанс превысить максимум. Смотрим книжки. Качество призыва, но теряется уровень. Здесь уровень неплохой, и качество растет, и защита, и скорость атаки. Вот эту книжку возьмем. Здесь уровень плюс 0,54, и в принципе неплохая такая. Возьмем. Впервые сейчас встретимся с сиреной. Состояние под некро, по-моему, заходит норм. Хз, мне не очень нравится то, что своим скелетом же она, скорее всего, уменьшает макс скелетов. Привет. Этот. Может быть, я здесь где-нибудь реку проведу потом, но сюда пойду. Вряд ли. Так, а чё мы ее не смотрим даже? Влаголюб накладывает на себя эффект склизкий, уклонения, если в бою есть жидкие враги, а они есть, медуза. Засада. Первая атака существа всегда критическая, бьет без промаха. Огонь по своим шансам 30% атакует союзник и легионер, плюс 15 крон за каждого союзника с аналогичным свойством. Под защитой шанс перенаправить урон на случайного союзника. Призыватель вместо каждой третьей атаки постарается призвать медузу на свободное место. Ну, вообще, кстати, сильная так-то. Но у меня есть танк, слава богу. С качеством призыва 45 призвал танк, нормально. Ну да, жесткая она, так-то. Это мне не нужно, у меня макс скелетов 4. И лучник еще помогает, дополнительно призвался. Класс, сфера преображения. Расширение. Уже видел неубиваемую гарпию? Если она прилетит к костру, ее нельзя будет убить. Нет, такого не видел. К счастью. Ну вообще прикольно, конечно. Это обломки корабля. Интересненько. Вот это кольцо всегда дает плюс один макс скелетов. Вот. Как оно выглядит? Всегда. О, эти деревни появились уже. Гоблины, здрасте. Ну, кстати, мой уровень скелетов соответствует уровню лупа на данный момент. А так у нас такая себе защита, я буду атаковать лучники и скелеты некро. Скелеты. А, и типа у нее будет 100% защита. Но это если много лучников, опять же. У меня пока не так много лучников. Ой, дурацкие эти. Че, они все могут сбежать, что ли? А, они воодушевлены. Скорость атаки. Гарантированно не срабатывает, пока жив вожак, замешательство гоблинов. А, не срабатывает. Свирепствует, когда видит. Скорость атаки всех плюс 15. Ух, я тут могу и не справиться. Жесткие они. Не, повезло, нормально. Уровень скелетов 0,54. Уклонение 8. Скорость атаки теряю. Не. А здесь макс скелетов. Качество призыва нет, терять не хочу, макс скелет пока что. А что, у меня хп много. Не особо боюсь пока. Вообще черви в милишке же слабые. Так, еще особнячок вампирский, да? Поставить сюда, что ли, вместе в бою с медузой, пускай дерется. Тут можно поставить, да. А, стреляют, помогите. Кровавой рощи не хватает, чтобы их убивать. Те же они жесткие. Вот эти вот.
Все-таки роща, не роща, вернее, а руины становятся очень жесткими под конец. Прям вообще жесть. Это еще не конец игры, но уже жесткие. О, можно еще здесь вампирскую деревню сделать новую. Класс, люблю вампирские деревни. Скоро новый босс уже относительно. А че я куда-то забвение юзать? Непонятно пока. Качество, уровень. Нету максимума. Качество, уровень, но нету максимума. О, еще одно поле битвы, еще одно с рекой сделаем. Здесь еще забьем. Еще руины, ёпт. А тут. Level up за счет зачего, найс. Энергетическая броня навсегда за каждого призванного скелета. Hello. А, ну конечно же я хочу забвение юзать. Здесь же бесполезные куски, которые надо ломать. Плюс 0,81. Мое желтое кольцо сильнее. Две сиренды, тиан хардкорчик. Ну да, уровень плюс 1,08. Ничего себе. Может это уже лучше, чем макс скелетов на левом кольце, потому что мне левел уже не очень хватает. Качество призыва еще потеряю. Ничего страшного, давайте так. Теперь скелетам надо умирать. Качество, горы. Ну горы это штука хорошая, как-никак. Хотя, не, пора прекращать. Что там, по 20 хп за гору. Я единственное, камень же еще собираю. Вот это хорошо. Наконец-то чаще. Давайте сюда побольше чащ и побольше рек. Мне нужна скорость атаки. Наконец-то кровавая роща, найс. Сейчас разберемся, куда ее поставить. Еще реки, хорошо. 3.40 плюс 0.81. И я потеряю все качество. Хочу ли я полностью терять качество, и чтобы они убивали маленьких скелетиков? Да нет. Маленький скелет на самом деле просто-напросто дамагеры. Ради уровня такого большого. Наоборот, мы их убивать будем быстрее, если я прокачаю. Такое предположение. Так, надо понять, что делать с рощей. Ну, конечно же, вот сюда, где эти мопцы надо. Где змеи. Ой, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не надо! Блин, и так одни скелеты призываются обычные. Тварь. У меня нету нормальных, да, но есть на качество призыва, в принципе. Вот от, здесь тогда теряем качество призыва и берем уровень скелетов. Дурацкий жулик. Кладбище. Скоро босс-файт, а у меня еще мало рек. Пора переставать выставлять врагов. И ставить только реки и леса. Воспоминания из кладбища фармятся тоже. А, это и за счет кладбища как раз таки, да? Качество призыва. Нет, спасибо. 26 пока хватает вроде. Уровень плюс 0.81, защита 5. Не, фигня, скорость атаки важнее. У меня сколько скорости атаки? 100. Так, мы прошли, появился новый квест. Ага, две сирены в одной точке. А это может быть действительно больно и страшно. У меня, кстати, максимум скелетов 2. А можно мне еще скелетов максимум? Я могу сейчас проиграть такими темпами.
Забвение. Можно на них забвение кинуть, конечно, но... Да не, хз, да должен справиться, мне кажется. Можно ставку? Нет. Я думаю, что пора на босса выходить. Но они не элитные, ничего страшного. Они медуз почти не будут призывать, там сундуки. А вот забвение я подумываю юзнуть на трех гоблинов, если честно. Блин, вот здесь еще остались вот эти вот мерзкие дома. Не, будем дома ломать. А! Ломают лицо! А, помогите! А, помогите, ломают лицо, не успеваю призвать рип. Охренеть, они жесткие еще и под вампиром. И это они еще медуз не призывают. А, наверное, если они призывают медуз, это даже лучше, да? Да, это даже лучше. Ладно, я заберу все, хотя у меня все это, что, 6 камней? 1-2 черепа. Фак! F. Да, ладно, ладно. Ну, мы впервые с ними встретились, в принципе. Жесткие. Переродись, алло. Нет? Откуда сирены? Река. Река, река. Алхимика мы так и не можем построить. Качнуть тоже особо ничего не можем. Башенку, чтобы в два лучника стреляло с расстояния. Хз. Че меня там все спамят? Построй, улучши, улучши, улучши. Не военный лагерь, гимназия. Открывает карту город. Интересно. Я не знаю, что это такое. Это нужно для алхимии. А, кузницу. Кузнечный цех. Железо и камни. Можно подкопить. Для перерождения со склепа. Так оно автоматом же должно было быть, нет? Че? А почему он автоматом не рисает? Не умею я резаться со склепа, понимаете? Не умирал со склепом. Некромант со склепом настолько имба, что умирать на нем это немножко странное явление. Победа над врагом типа маг, победа над врагом типа космическая. Ясно. Ты на кнопку нажать должен. Ну, такая, мне откуда это знать? Правильно. Чекай кнопки. Я не умираю на нем, поэтому... Я, наверное, руины выкину. Не нравятся они мне. Скалы. Нам все еще нужны камни. Нам бы кирку какую-нибудь. Казна? Не, не хочу. Поехали, еще один забег. Некрасиво. Считай, что на экране написано, нет? Кто я такой? Да за кого вы меня держите? Рядом с базой не поставить, бог. Ну, тут поставлю. Да не буду я брать арсенал на него. Мне не нравится арсенал на некроманте. Так, надо разобраться с рекой. Здесь... Тремерами становится, чтобы не считать. Еп. Сюда. Потом вниз. Странное ощущение для реки, да? Блин, ты просто рофл, да, от разработчиков. Вот здесь хороший старт. Вот так, так, нет. Я пока не придумал, как играть от реки, от мостов. Вообще понятия не имею.
Ну, а город тут построил. Лабиринт позволяет ускоренно до босса дойти. Фармить эти ресы, нужны книжки с вампирами. Мне так не хочется книжки брать. А хотя, ну, не, на некромантии-то как раз-таки можно. Это я на рыцаре не хотел книги брать. Потому что магический урон. Ускоряет прохождение иронично, да. Вполне. Зашито. Стройки возле дороги можно удваивать при помощи реки. Нет, сомневаюсь. Чтобы они быстрее что-то делали. Я думаю, что это так не работает. Первое поле битвы прям вот идеально, если бы еще не тупило. Оп, прям сразу же сундучок. Класс. И с него только 6 щепок выпало, лол. Кого за дороги даже вообще рекой не считается. Фу, бред какой. А под ней живут тролли, если там мост построить. Интересно, под ним будут спавниться тролли? Надо попробовать как-нибудь. Угадал про мосты. И мне уже, да. Я еще не успел. Это был не вопрос, но в чате-то тролли есть. В чате-то всегда хотят подсказать и заспойлерить. Капец, вот вроде прошел игру, а все равно спойлеры ловлю. Ну типа, ну не знаю, ладно, на самом деле это уже не столь важно. Надо просто контент потреблять и все. Блин, такой билд на зодчим, конечно, зафакапал, ну. Как грустно. Дерева нету, чтобы здесь поставить. Обойдешься, Рикс. Реку хреначит. Слушайте, а может быть есть смысл начинать реку с центра? А не сбоку. Тогда ее будет проще сделать, а? Если там, по-моему, можно было начинать реку в центре. В следующий раз попробуем. Ля, щепок больше, чем камней. Миллион раз. А, кстати, лес, наконец-то. А, и куда ставить? Кек. Можно здесь. Можно здесь. Ну, здесь плохо. По бокам они вроде бы не ставятся, да? Ну, возле лагеря в любом случае надо. О, гора. О, еще гора. Лагерь гоблинов.
Лагерь боблинов. Да, вместе со скелетами, ё-моё. Макс скелетов, качество призыва. Пок, чамп. И чё, удалять тебя, что ли, теперь? Я готов застроить этот кусок. Чаще очень нужны. Я думаю, я уничтожу этот лагерь гоблинов у дороги, он очень жесткий. Колчаном дерется. Не обращал внимания. Играет тут некромантом как пусейка. Так я, Тостер, я сегодня начал с воина, но я пытался такие билды, знаешь, на количество лупов сделать. Но я, кстати, воином пока не прошел. Качаться еще надо. Что там это, нафармил, да? В сбеганиях, наверное. Я-то не пуси, я с ресурсами не сбегаю. Да, гоблин очень жесткий. Заслуживает смерти. 359. Спасибо. Качество, уровень 4.13. А, ну это четвертый уровень лука. У меня там 50 плюс итемов снабжения. Ну так. Не въебывайся тут. Я наоборот, я рога не хочу, потому что рога я четвертый акт уже прошел. Воином я, ну так, пытаюсь поигрывать на через фонари, но не могу сказать, что очень прям хорошо получается. Че, вампиров у меня до сих пор нету, да? Ага, здесь можно лес поставить. Хороший лесок будет. Деревню вампиров бы сюда, да? Я новость разработчиков. Допиливают багфикс патча, делают доп. Кнопки скорости игры и начинают заниматься контентом. Карточки комбинации класса босса. Не видел, но звучит супер. Неудивительно. Неудивительно, потому что игра настолько хайпанула, что да. Это классно. Не заслужили такой хайп, и очень круто будет, если они действительно будут дорабатывать. Грёбаная гарпия. Итак, максимум скелетов плюс 3 круг x3 плюс 3% здоровья за смерть скелета. Шулера чё-то как-то нет, спасибо. Шулер подзодчего, представляете эту имбу? Стиме, одну из разрывов стиме в Таркасе там. Понятие качества, уровень. Блин, скоро надо будет застраиваться, наверное. Жесткие. 10% шанс быть уничтоженным собственной атакой, лол. Вообще не очень жесткие, но вот погружение мерзкая херня. Скорость атаки, уклонение. Там уровень скелетов у меня 50. Нет. О! Ну, шестой уровень, хорошо. Чего я скрываю?
Netflix. Не понял вообще. Че, застраиваемся? Да поехали уже. С какой цифры плюсуется уровень скелетов? С базовой? Ну, типа, смотри, ты смотришь, уровень скелета 4.34, луп у тебя 5. Значит, твой скелет не дотягивает до лупа чуть-чуть. И пупа. Я не знаю, хочу попробовать как-нибудь так вот построиться. Река, удваивает действие соседних ландшафтных карт. Не, вот здесь вот нарисована не река уже. И чё, я пройду здесь? Я же в бок смогу здесь строиться или нет? Или это будет тупик? Было написано что-то под горизонтальное. Не, ну если здесь можно строиться, а через эту не пройти, по идее. Если что, удалю дерево. Аватарку Сайтамы. Камыши раз в три дня создает рыболюда. Ха-ха, прикольно. Мурлыки. Еп. Так, кольцо, скорость, качество. Фигня. Все легендарные кольца здесь почти одинаковые по силе. Даже смотреть бесполезно. Гарпия под этим жестко. Честно говоря, я боюсь, что я с некромантом не справлюсь. Ой, ну не с некромантом, а как его там правильно? На этом забеге. Качество. Ага. С лечом, да. Нож с корняка. Хотя, мне кажется... А может ли вообще некромант проиграть личу? Из реки можно озеро сделать... Не знаю, нет. Типа 9 клеток заспамить, хз. Так, танк-то мы призвали, но урона у нас... Ну, еще уклонение работает. Все, скелет, поехали. Дамажить. Как вообще можно за некроманта проиграть еще? Никак. Немыслимо. Еще 3 черепа с него упало. 6. 4 скорость атаки, плюс 1 макс скелет и плюс качество 8 уровня амулет. Нифига себе. Так, ну давайте, строимся здесь. Мост, ничего не делать, необходим лишь для продления реки. Тут камыши заспавнились. Да, прошел игру я на роге. Еще вчера. И 77, скорость атаки нет. О, уровень скелетов плюс 0.54. Вместо качества, у меня такое качество хорошее. И вместо одного макс скелета, возможно, я зря это кольцо поменял. Плюс макс скелетов и уровень всего лишь 6 левела. Но минус качество тоже. Мне левел сейчас нужен, в принципе. Довольно хороший левел. 4 скелета хватает, еще бы. Ты все открыл в энциклопедии? А, я не кликал пока по энциклопедии. Я потихоньку возвращаюсь, стараюсь что-нибудь читать из энциклопедии. Да, понятно. Стараюсь. Чаще. Скорость атаки маленькая. Не очень быстро призываю. Нарубивай поезд всегда. Собираюсь через скорость атаки магический урон. То есть через горящие леса и обычные леса. Очень сильно рога получается. Ну и на дополнительных атаках каких-нибудь.
Ну, сейчас посмотрим, что там за мерфулки появились. Обычно лес ставить не хочу. Ру-ру-ру-пум-пум. Осколок времени складывается в целую астральную сферу. Опа, морские жители, в такой дали от своих родных вод. А сирена чё-то ничего не говорила, по-моему. Один из их походов в попытке завоевать сушу. Я не знаю ваш язык, раз не могу вспомнить его, услышав. Сейчас, значит, никогда не знал, но если вы способны меня понять, помогите! Либо прочь с дороги. Как я могу просто пройти мимо или как? И что мне делать? Я не хочу провоцировать конфликт. Ну вот и славно, эта неопределенность убивала меня. Рыболюд 111 хп, мастер боя, промахнувшись, заряжает шкалу действия на 2/3, легионер, влаголюб. Понятно. Ну кажется, что с вас падает вообще. Ну, артефакт выпал и железо. Откуда они вообще повылазили? Океан невероятно далеко, да его, строго говоря, вообще теперь не существует. Новый мир был бы лучше без этих тварей. Но полагаю, не мне судить о том, кому существовать, а кому нет. В конечном счете, моя задача — спасти мир, а не разрушить его. А не то его часть, что мне больше по душе. Не открыл, ох. Всякая мебель тоже сильная. Нет, я не заменю в ближайшее время с максимумом скелетов. Опыт очень медленно идет. Ничего себе, какую дичь ты начал играть. Нормальные игры все уже прошел. Эх, чувак, как же ты сильно заблуждаешься. Фанат Доты и ДБД? Да, это ДБДшер, видимо. Дарт Вейдер. Ты чё? Вообще это челик из Battlefront. Блин, уровень плюс 1.08. Но не могу брать, конечно. Макс скелетов терять нельзя. Так, ну здесь пора уничтожать потихоньку его строение. Реген, конечно, супер слабый уровень скелетов. Нет. Нет. Нет и нет. 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 Нет и нет. Нет. И все. Походу это все. Как же мало камней и как же не хочется использовать горы, чтобы добывать камни. Может быть и правда использовать сокровищницы лучше, да обставлять их лесами. Я не знаю. Уровень скелета плюс 1.080. Да. 1.89. Вообще вместо вот этого надо было ставить, лол, я чё-то не подумал. У меня всего лишь 6.61, а луп 7. С чего призвать бы 10 скелетов? Замечательно. Оп, еще один мерфолк. Ну, кстати, мерзко это, конечно. Вот так вот дорогу прокладывать. Первые вампирские угодья. Ну неужели квест фейл? Да и хер с ним, с твоим квестом. Наконец-то с вампирами подеремся.
Оп, зодчего. Орда. Усиленные скелеты. Скелеты без противника полностью восстанавливаются. Первые два каждый день будут усиленными. Это плохо, но... Давайте попробуем вот это. С убийством. Не знаю. Ну вот он усилился. 10 урона, 10 здоровья. Ну и зачем мне это, да? О, книга. Ого. Найс. Хорошая такая поманка. Нежить бьет с нежитью, да, с кем мы тут только не бьемся. Сильный скелет с утра, норм тема. 5.61 и 12 уклонений. Ну, честно говоря, я потеряю в 0.10 силе, но... Ого, куда полез? Ты чё в деревню залез, братан? Может, не стоит? Здоров, Розуморф. Нормально всё. Сколько скорости атаки? 44? Ну, я не хочу обычные леса выставлять. Деревянный стол плюс X. Плюс 1% круг здоровья за посещение костра. Ну, здесь-то можно пройти, но придется мерфолков спамить. Ну ладно, ничего страшного. Деревяшки. Макс скелет плюс один. Ай, 60 щита, потеряв 0.54 уровня. Не, уровень скелета важнее. Вот это уже интересней. Потерять одного макс скелета, но получить 1.89 уровня. Черт возьми, да. Девяшки, такое мясо для некро. Да, лес надо застраивать на самом деле. Уровень плюс 1.08. Сколько у меня качества призыва? Я не хочу это кольцо убирать. У меня качество тогда упадет совершенно. Выглядит как FTP автобатлер на мобилы, только не говно при этом. Через этот не построить, да? Ну, короче... Раз в три дня мы будем создавать очень много мерфолков по дороге. Еще макс скелетов можно вернуть, если захочу. Ну не, наверное. Сколько у меня еще времени? Да полно, в принципе. Наконец-то вампиры еще пришли. Книжка седьмого с высоким уровнем скелетов. Максимум и уровень. Да! Один потеряю, но нормально. Уклонение, уровень, фигня. Хотя скорость атаки хорошая штука. Нет. Так, ну, реки, мы уходим вниз. Интересно, вампиры могут съедать этих челиков? Было бы замечательно. Ай, не знаю. Ставить вампиров к мерфолкам не очень хочется. Вернее, вообще не хочется. Поехали дальше. Вопрос в том, как я вообще хочу застроиться дальше рекой. Я, конечно, понимаю, что я думаю очень сильно наперед, но... Допустим, я вылезаю здесь. Через мост, да? У меня скорости атаки, мне кажется, совсем не хватает. Потом здесь я выйти не смогу, то есть я могу попробовать вылезти тут, пройти здесь, но это будет очень много рыболюдов повсюду.
по центру вернуться здесь и закончить здесь эту реку, а потом тут уже просто все лесами застраивать. Жаль, но моя река под конец будет рип. Рулит. У меня хорошо все. Если деревню около реки поставить. Рядом с рыболюдьми. Или именно про... Ну вот... Или просто... А, ну это будет рядом с рыболюдьми. Не, ну можно попробовать? Ну, хз. Скорее всего, просто рыболюди не будут спавниться в деревню. Самое логичное. Болот нельзя потом продлять? То здесь был выбор, здесь. А там сверху не было. Река всегда движется вроде в одном направлении. Так, что у меня 8-й луп, 9-й уровень скелетов? Ну, кстати, не так уж и плохо. Справлюсь ли я со вторым боссом? Скорее всего, да, потому что некромант имба и... Бля, капец там гоблинов, кстати. Вот это жестко, мясной голем в деревне. Ау. Не, так ты пробить мне может. С учетом того, что качество скелетов у меня очень сильно хромает. Банки уже пьем. О, надо вампира просто убить. Будет все норм. Лиса чаще появилась. Десятая, плюс один скелет, качество призыва, о май. Плюс макс скелет, качество призыва. Нет, моя лучше. Здесь тоже фигня. Та-ра-та-та-та-ра-та. Руин, давайте теперь все рядом с мостом ставить, ага. Кладбище рядом с рыболюдьми. Не, ребят, я думаю, что это настолько много интеракций пока еще не проработано. Блин, я так не хочу терять качество призыва еще ради 1.08. Еще и скорость атаки. Не, у меня достаточный уровень скелетов. Я готов поставить одно поле битвы. Поехали. И вообще надо бы леса застраивать обычные. И, наверное, уже на босса идти. У меня хп не так много, но он уже восстановится, правильно? Пока, Рикс, счастливо. 6.60. Ну нет. Эту книжку я еще долго не прибью по силе. Девять камней, хорошо, фармим камни, фармим. Четвертое кольцо лучше восьмого. Ну, для скелетов, да. Да, здесь, для скелетов. Для некроманта здесь, в принципе, кольца не так хорошо работают. Как хотелось бы. Бля, сейчас, во-первых, битва с гарпией, а во-вторых... Очень много гоблинов. Забыть бы о них как-нибудь. За гарпи вообще наград особо не дают, причем. Так-то сложно. Между прочим. У меня левелапы слабые, амбиции мертвых и мастерство. Че, контроля. Больше левелов. Нет какой-то кача жесткого. Все, пора строиться. Еще мерфолки сюда. Река сюда. Наконец, нормальная, да? Потом направо пойдем. Все, лес, поехали. Грустно, когда мне хрена... Первых обилков не прокает нас так щита. Не знаю, некромант он такой.
У него, в принципе, да, очень крутые левелап-обилки, и настак щита, и усиление самих скелетов в каждый луп. Облупы поиграть, облупы. От скорости лупов и прокачки скелетов, ну, это такой рандом. Было бы круто, если бы можно было начинать, было бы какое-нибудь здание, которое в самом начале этой... забега сразу дает перк. То есть ты сразу начинаешь первого уровня. Тогда можно было бы билд выстраивать как-то. Придумывать больше билды. А что такое обучаемость? Каждая атака увеличивает его собственный урон на 24 до конца боя. Понятно. 5.33 качество. Нет. Сизи проходит. Все там заспавнится гарпием. В принципе, оп, левелап. Круг здоровья, лечь, делит урон со скелетами. Нет, они слишком быстро умирать будут. Переосмыслить. Зодчий. Я готов стать зодчим сейчас. Да. Три усиленных скелета, конечно, на босс-файт можно было бы взять, но не, не хочется. С зодчего я еще пару уровней нафармлю, точно. О, еще поле битвы. Уровень скелетов плюс 1,89. Честно говоря, вот это я скипнуть не могу. Та-ра-ра-ра-ух. Так, поле битвы. Давай. Куда тебя поставить? Что мы хотим? Давай сюда куда-нибудь. Здорово, подруга. Поздновато зодчий, да сойдет на самом деле. Можешь, пожалуйста, перестать. Отказываюсь к оружию. Чего у нее там иконостас? Вместо каждого второго удара создают 5 витражей. 100% шанс защититься витражом. Вместо удара призывает ангелов, каждый из которых носит. Сошлись самонер с самонером. Ух, ну ангелы, конечно, жесткие. Что-то я, походу, могу и не справиться так-то. Танков нету, которые бы танчили этих ангелов. Да, походу, я проиграл. А, не, его первый танк пришел. Скелетов максимум 5. У меня еще дабл призыв не пришел. Вот это тоже грустно. Первый лучник. Давайте ломайте эти ду... Как вообще за рыцаря это проходить? Вот как вообще он будет ломать эти... зеркала. Ему же просто скорости атак не хватит. Рип. Плюс воскрешение. Первое. И снова неудача. До встречи, фанатик. Уровень 1.08. Минус максимальное количество. Еще доп. Защита. Честно говоря... ради 60 считаю, думаю, я готов это сейчас взять. Книжка, макс скелет, нет. Так, макс скелетов нормально. А тут чё? Качество. 6.66, нет, это, от этого максимального скелета я отказываться не хочу. Здесь, кстати, прикольно, здесь защита и 1-2 регена. Но это единственное мое качество призыва, лол. Так что нет. Зеркал 30 хп и простой масс урон их дамажит. Масс урон. Ну хз. Через урон по всем роще. Собираться в урон по всем вообще штука странная. Реген минус уровень скелетов на всех кольцах. 71 макс. Это все фигня. Ух, сколько подропалось-то. Но все, скорее всего, фигня, да? 1.62. Тоже плохо. Окей. Сильвармор и у ворота, но придется пару кругов намотать тут в фарме. Да. Рыцарь на кругах играет. Я тоже так считаю. Так, у меня 10.81 на 9 уровень врагов. Ясно. Рощица, еще одна сюда, горы сюда, кровавые рощи. Ну, куда-то по-любому надо.
принципе, надо везде ставить. Здесь, ну, 4 клетки огибает. Здесь 2, здесь 3. Фигня. Макс скелетов плюс один тоже фигня, потому что у меня по 1.89. Армия мурлоков собирается на мосту. Ну-ка, где? Сейчас посмотрим на них. Они там еще друг друга бафуют. Ну да, кстати. О, еще и с этой, с гарпией. Жуть. Сейчас может быть рип вот на этих трех точках. У гарпия сколько брони накачала себе. Что там реально многовато. Они же еще ускоряют... А, они еще урон получают дополнительно за каждого союзника. Сирена и ГГ, такое возможно, да. А, там есть, да, я видел там гарпию. Что вы мне тут рассказываете? Надо еще придумать, где мы будем ставить рощи кровавые. Ну, здесь неплохо было бы, да? Наверное, как-нибудь. Нет, здесь справа нельзя. Тут где-нибудь рядом с гоблинами. Вот тут хорошее место будет для рощи сверху. Да и снизу тоже, наверное, нормально. Ну, поехали смотреть, что там про мерфолков. Вот она, гарпия и три рыбки. Ну, кстати, живем. В том, что у нас качество призыва очень слабенько. 1.89. Классика. Ля, еще и призрак, потому что здесь поле брани. О, жесть. Левел. Незримая пека навсегда увеличивает энергетическую броню за каждого призванного скелета. Уровень уже не так важен, потому что лупы очень долгие. А значит, незримая опека. Нет никакой, ни одной реки рядом с... Мне реки сегодня вообще не падают, кстати. Ну, либо... Не, ну, падают, но... Луп сейчас на четвертой сложности. Ну, конечно, более сильный рек, чем тьма. Ох, как больно! Под защитой еще же призыватель. Тут тоже мастер боя. Скорость атаки минус 15%. Почему-то за счет медузы, видимо, да? Или призрак? Призрак забирает скорость атаки. Не помню, оглушает свою убийцу. Ля, ну живи, пожалуйста, живи, некромант. У меня больше нет... У меня есть одно воскрешение, но... Которое перерождение. Угу, переродиться. Ну все, это последнее. Двадцать промахнуться своей атакой, шанс 100% на контратаку. Держать скорость атаки союзников. Да, призрак на нас работает. Ля, какая же она жесткая. Не стоит вообще никогда ставить этих сирен. Хотя, может быть, с нее падают сферы волшебства, которые, не знаю. Да как, почему ты всегда героя бьешь? Бей скелетов! Вот она, тварь, охренела, а. Взять все, там все равно черепа есть. Жесть. Просто жесть. Ну ладно, тут на самом деле старт был так себе. Найти все возможные разновидности ресурсов. Так я уже вроде... Давно вроде это сделал. Астральная сфера есть одна. Ну, одной мне мало. Что здесь? Кузница, да? Начать экспедицию с экипировкой любого класса. Открывает кузнечный цех. Гимназию можно улучшить и открыть карту город, кстати, за одну алхимическую как раз сферу. Землянку нет. Хижину знахарки. Плюс один пополнение. А, ну плюс зелья дополнительные. Надо попробовать, наверное, кузницу улучшить.
Военный лагерь, ничего не... И вот эту штуку. А мне камней не хватит на то и то. Спиз, экипировка любого класса. Кузнечный цех. Я не знаю, насколько хорош кузнечный цех. Мне больше интересен город. Что это такое? А, стоп, здесь камни не тратятся. Я и то могу открыть. Открывает карту город. Ах, настоящий храм знаний. Лучший вид храма из возможных. Получение новых знаний, зубрежка, тренировка памяти. Не умственной, так хоть мышечной. Больше всего мне обидно за географию. Теперь это дисциплина, которую можно выучить наизусть за пару часов. Хорошо. И нет, кузню чуть-чуть не хватает. Железа слишком много надо было под него, да? Давайте башню апнем. 12 еды, 10 дерева, 8 железа. Одно преобразование. 2 лучника. Да, почему и нет? Хотя построить... Мне еще очень надо построить, на самом деле, еще один склад. И он не так-то и дорого строится. Алхимические сферы потом на палатку алхимика. Че, серьезно? Склады только тут? Не понял. Почему склад только рядом с пунктом снабжения? Придется что-то уничтожать. Костер. Кладбище. Ну, видимо, разведцентр. Открывает доступ к энциклопедии, открывает пустыню и барханы, позволяет добавлять золотые карты в колоду. Землянки. Не. Разведцентр, небось, тоже только рядом с пунктом снабжения, да? Нет. Пристройка для пункта снабжения. А это? Нет, это куда угодно можно. Да не, давайте апнем просто вот это и пойдем смотреть, что за город такой. Хижина знахарки, чё жрёшь? Ну вообще, поехали. И сформить камни снова. Больше склянок, больше зелья. Каждый лишний глоток увеличивает твои шансы не только добраться здоровым, но и принести мне новых ингредиентов, конечно же. Ещё можно качать, офигеть.